приемы. Закрытое фото. Да, тут интересовалось, да, вот это невербальным общением. Жесты, вот эта всякая фигня. Будьте здоровы. То есть ты такая разносторонняя, да, ты человек? Такая прикольная. Ищут темноволосые. Темноволосые очень страстные, да, люди. Это подтверждение к этому, кстати. Меня, кстати, Саша зовут. Света. Как, как? Света. Света, у тебя очень такие теплые руки. Тепло. Очень классные. У тебя еще сережки можно? Сережки очень прикольные. Подробно, да. Сережки прикольные. Ну, ты такая, в целом, такая прикольная, ухоженная такая. Классно, ну-ка. И глаза, это у тебя такой карий, да, цвет? Карий? Светик, слушай, я вот тороплюсь, меня люди ждут. Давай это, я тебе позвоню. Мы с тобой это созвонимся, там, пообщаемся. Вот. Ну, так просто встретимся в неформальной обстановке, ну, не в метро. Да, Светик? Какой у тебя номер? 8? Что такое? А? Ничего. Давай номер тогда свой, пообщаемся с тобой. А что такое? Что тебе мешает? Не знаешь? Я тут сюда присяду. Да подожду, я пару минут, я сейчас уйду. Вот, да, Свет? А чего тебе мешает? У тебя кто-то есть? Молодой человек. Ну, я пообщаться с тобой, я, как бы сказать, не буду навязываться, ничего такого, все в рамках приличия. Ты мне свой номер оставишь, я тебе позвоню. Нет-нет, да-да, и так далее. Не видишь смысла? А я вижу. Почему бы нет? Ладно, хорошо, Света, я тебя понял. Я тебе тогда пожелаю всего хорошего, чтобы у тебя с твоим человеком все было классно. Вот, очень классные у тебя руки. Все. Все, пока. Пока. Короче, ребята, те, кто часто бывает на станции Арбатская, на станции метрополитена, смотрите, как охуенно вообще. Прям раз. Welcome to Арбатская, короче. Пиздец. Это называется. Добро пожаловать в Россию, ребята. Пиздец, она старше, пиздец, намного. Иди к ней, чувак, ты что, я не пойму. Иди, иди, мужик, мы с тобой. Привет. Такая милая. А? Не слышу. Здрасте. А вы очень похожи, да? Вы, наверное, мама и дочка, да? А можно я буквально на минутку... Веду, украду. Давай отойдем буквально. Я пару слов скажу и отпущу. Что ты хотел сказать? Вот. Хотел сказать, что классно выглядишь. Вот. Подожди, до следующего, ладно? Я сам тороплюсь. У тебя такой образ яркий, такой необычный. Вот. Да в этом нет проблем. Меня, кстати, Саша зовут. Арина, очень приятно. Как, Арина? Да, я спешу, Саша. Ты все думаешь, хорошо, ну, я глаза очень красивые. Привет. Привет. Приятного аппетита. Спасибо. Классно выглядите. А вам вообще тут удобно? С волосами шеи. Кстати, вы позитивные очень, веселые. Меня, кстати, Саша зовут. Очень приятно. Ольга. Лилия. Лилия. Лилия и? Лилия и Ольга. Ольга, да? Да ладно, ничего. Прикольный, кстати, лак. У нас одинаковые. Это так случайно получилось. Вы что, сестры, что ли? Подружки? Подружки? А что вы именно здесь? Чё не отойдете никуда? Гулять на самом деле лучше. Здесь прям? Да, погода. Здесь погода, да, говно как-то, место неудачное. Осторожно. Давай скинем. Кстати, у тебя сумка такая большая, знаешь, это как... Рюкзак. Да, я думаю, знаешь, как будто там фотоаппарат такой надо большой туда положить. А вам не холодно, девчонки? Ты в юбке такое оделась, полосатый, как зебра, как будто. Почти. Вы знаете, как это, как мне напоминаете, две стихии. Черная и белая, как огонь, вода. Да. Вот, Лилия и Ольга. Вы студентки, да, наверное? Ну, нет, работаем. А, работу закончили, что ли, или что?
Давно уже закончили? Я тоже, кстати, закончил. А что вы закончили? В одном вузе учились? Я не из этого города. Не из этого города? А откуда? С Брянска. Да ладно, с Брянска. 6 часов отсюда ехать. У меня много знакомых оттуда. А ты откуда, Оленька? Мы не с Брянска, мы с Ульяновска. Но я уже там буду. Родина Ленина. Ульяновск? Да. Ой, это область это, блин. Это... Поволжская область, ну да, Поволжье. Да, там, я знаю, это, блядь, самое... Самару недалеко. Там Волга и красивый мост. В Саратове были? Ну, недалеко. Вот, Поволжье, да, там тоже да. Волга течет, классные да. пляжи очень. Там такой полизеленый город, спокойный такой, небольшой, конечно. Ну, не как Москва, ну, да. Ну, понятное дело. Да, это движуха такая, это. А вы что, это, в смысле, ну, вы сейчас живете, да, то есть работаете постоянно? Вот, да. Я просто тоже сам не с Москвы. А ты откуда? Я? Я с этого, со Смоленской области. Город-герой Ельня, слышали? Так, вернее, город воинской славы. Как, историю не знаете, что ли? Че вы так, а, девчонки? А этом? А на кого вы-то учились-то? Что за... Экономист. Социальная работа, экономист. А что за вузы-то? Ульяновский госмедицинский. Ульяновский, а ты где? В Улите. Это в Брянске или здесь? В Ульяновске. Нет, я не учился вообще. А, то есть только работаете. Приехали работать, да, то есть? Я к ней в гости приехала. А, ты сейчас на пару дней в гости к ней приехала. Вот, а ты здесь уже 2 года, да, как живешь? И как тебе Москва? Очень нравится. Очень нравится? Тебе? Да фиг знает, на самом деле. А так... я назад уезжаю завтра. Назад уезжаешь? Нет, она шутила про тебя, в смысле, ты типа того. Не, да куда в России ехать, ё-моё? Куда, в Ульяновск, что ли, ехать? Москва. Да не, Питер тоже та еще провинция, говорят. Ну, москвичи так говорят. Москвичи сами говорят, с Москвы валят отсюда. Вот, ну, слушайте, вы такие прикольные, общительные. Ну, сразу видно, что, блядь, не вот эти москвички. Да, которые, блин... Да не. Вот, кстати, неправильно. Многие москвички, они сами по себе ничего не представляют, да, и в общении так, и во внешности полное фуфло. А вы как бы и выглядите прикольно. Вот, и такие активные. Так Макдональдс, блин, ну фигня еда на самом деле. Просто шли, захотели кушать, да. И попался и Макдональдс. И решили говна этого поесть. Гуляем, все равно ходим. Мы непривередливые люди. Непривередливые? Нет. А что так? Ну каждый день все равно я по Макдональдсу не ставлю, есть чисто за желудка. Ну каждый день, да. Ну там, а это, фигура там, да нет? Нет, просто живот потом болеть будет. Мне кажется, ну это тоже, да. Прикольно, да. А вообще это... А ты куда двигал путь? А? Куда шел? Да и мы тоже тут, я не один, ходим. Надо сейчас скоро уходить. Просто гуляем. То есть ты уезжаешь, да? Ну, пока не решила, правда, когда, ну да. А ты там, да, работаешь? То есть... Ольга меня к себе возьмет жить. А ты где живешь, кстати, здесь, в Москве? Ух ты! Не говори, что ты там живешь. Не, я там не живу. Я просто севастопольская, там это, кальянов много продают. Да. Че, кальян не курите, что ли? Ну, у меня свой есть, не знаю. Я да ладно. Я в том месяце, какой, даже неделю 3 назад, наверное, купила кальян у тебя. Я с Египта привезла. С Египта привезла? Ну ты что, все время с Египта возишь, что ли? Нет. Не, подожди. Я тебе один раз, больше не поеду. Слушай, а ты там что за кальян там? Он какой это? Просто купила кальян, да, то есть, и все, табак купила? Да, обычный, наверное, смотри. Кальян, табак. Ну смотри, тебе просто совет. А, на Севастопольской у тебя табак по 50 рублей продается, хороший очень. Где? На Севастопольской. Ну там из метро выходишь, там, короче, есть такой дом полукругом такой, и сбоку у него большой такой торговый центр стоит. Ольга, ты понимаешь, что? Подумай. Туда прям заходишь и... Это очень тёшно. Там эти, как вот, сами киоски стоят. Альфа-кир тут... какой-нибудь, нет? Альфа-кир, там разные есть. Там... Старбакс. Он дорогой. Ну, по 500 рублей там, по-моему. А, ну если по 500 рублей, то это... Ну, я за 1,5 покупал в Вавилоне. Потому что в Ульяновске тоже самый дешевый табак стоит, наверное, от 200-250 рублей. Дай-ка ручку-то. Нет. Ну, покажи, там у тебя это. Нет. Сразу как ребенок застеснялась. Татушки, да, Люк? У тебя тоже есть татушки? Да нет, она вся спалка. То есть ты не как индеец? Нет, я тоже не как индеец.
Ну это же изначально индейцы там рисуют, да, там что боги, там все дела. Вот, блин, вообще прикольные такие, общительные. Ты уезжаешь? Да. Оля, Оленька, ты уезжаешь, да, Лилечка? Ну, не прям сейчас. А? Не прям сейчас, не сегодня, не завтра. Слушайте, давайте вы мне свои номера оставите, я как-нибудь с кем-нибудь с вас созвонюсь, с обеими. Ну, просто встретимся, пообщаемся, что прикольно будет. По восьми годам, у меня московский. Да, чтобы у меня то, что роуминг. А, у тебя оттуда, да, номер? Да. 8 470. Я тебе сейчас дозвон скину, ты чтоб меня сохранила. И что, и когда ты уезжаешь? Я пока не купила билет, я не знаю. Не знаешь? Вот, может, буквально пару дней, что, лето, что делать-то, в принципе. Хотя есть, в принципе, дела, ну, так можно пообщаться. Сегодня. Вот, запиши там, Сашуля. Сашуля. И что, кстати, как вот в Ульяновске? Что, прикольный город? Ну, как сказать, после Москвы он... Если ты любишь, допустим, спокойный такой жизнь, там, я не знаю, там, ну, шашлыки съесть, с палатками. Давай, с палатками, я не знаю, там, то прикольно. Если смотреть кафешки, там тебе будет скучно, там, как бы, клубов тоже особо у нас нету. У нас начал город развиваться, что-то все открывать, открывать, открывать начали, а потом, как бы, с этим кризисом все закрывать начали обратно. Ну, не знаю. Ну такой, короче, спокойный, спокойный тихий город, тихий, да? Спокойный город, да, ничего такого в нем нет. Ну, конечно, у нас есть мем-центр, я там не знаю, что там, Магнит, дом Ленина, да, дом Ленина есть, где Ленин там жил, родился. А такой город зеленый, вот заметили, Москва очень зеленая, да, ходишь, парков очень много, а там как? У нас еще больше. Еще больше, да? У нас вообще очень зеленый там город. То есть лес, короче, и дома, да, там просто понатыканы. На курикошках, да, стоят, ну нет, у нас парки тоже очень красивые. То есть такая прям нетронутая природа. Ну не настолько, ну не настолько нетронутая, насколько я знаю. Засранная или нет? Ну это да, это менталитет. Нас нет, нас убирают, да, ну таджики, да, ходят. Там таджиков, наверное, нет. Нет, у нас тоже есть в империале, допустим, там тоже красиво все. Там да. Аквапарк даже свой строят. Да ладно, аквапарк есть. Что, большой будет аквапарк? Нет, ну средний. Мы бы строим в проекте. Блин, прикольно. Блин, с вами приятно общаться вообще. Я вам пожелаю все хорошего, чтобы у вас вообще день прошел. Вообще все классно было. Спасибо. Вот, можешь встать буквально на минутку? Я? Да, да, да. Вот. Я просто попрощаюсь, вот. А. Меня, кстати, тоже можно обнять. И ты тоже встань, пожалуйста. Я не испачкаю, не так. Может быть, ты поспорил с друзьями? Да не. А, кукла пахнет. Все, давай я наберу как-нибудь, хорошо, встретимся, пообщаемся. Все, давайте, пока. Приятного вам вечера. Привет. Классно выглядишь. Торопишься? Кстати, милая очень. Торопишься? Ну, я тоже, меня ждут. Буквально на пару минут я остановлю тебя. Блин, не могу. Ну, буквально вот здесь. 2 минуты. Можешь, ну, даже давай, засечь. Давай. Давай, вот здесь. Тут вот ветер продувает. Меня, кстати, Саша зовут. Оля. Оля? Да. Ой, Оленька, очень приятно. Взаимно. У тебя очень, кстати, классные эти, такие прикольные. Спасибо, давай, висите. Не отвлекайся. Не отвлекайся, ты прикольная, кстати. У тебя платье очень красное, ну, классное такое. Все, давай. Вот я, ладно, раз ты торопишься, оставь свой номер, мы как-то позвоню, пообщаемся просто с тобой. Ничего, как бы такого в рамках. То есть приличие. Приличие? Ну как, да, я. Тихо, не беги, подожди секунду. Просто мой брат. Ты очень клево выглядишь. Спасибо, и как бы тихо. Я сейчас 30 секунд, смотри, это важно. 30 секунд. Тихо. Смотри, я просто смотрю, куда ты пошел, но ты сейчас его уведешь там куда-то лесопосадку. Можешь хотя бы постоять? Это мега крутой чувак, короче. Пиши номер скорее, мега крутой чувак. Саш, я побежал, я понимаю. Все, подожди, сейчас. Главное, не уведи его никуда далеко. 8. 02. 02. Ого, 3-0, да? Оленька, слушай, все. Сохрани, я тебе сейчас дозвон сделаю. Давай,
Приятного вечера!